Ладно, так уж и быть, сделаю вам третью часть названия сезона Лололошки. На канале сообщества у меня выходил пост, где есть три варианта названия сезона Ромы. И также выходило два видео на данную тему. Получается, это третье видео на данную тему, и все три видео получились разными. В первом видео у меня выходило так, что я делал предположение по буквам РИН на русском языке. Вариант это принятие реальности. Во втором видео я делал опору на РИН по звучанию. Вариант огонь креста. И сегодня я сделаю теорию по РИН на английском языке. Приступим. Итак, где-то проходила информация о том, что Рома планирует сделать название по ачивкам. И вот в какой ачивке есть РИН. В Майнкрафте в разделе ачивок ад есть ачивка Bring Home the Bacon, или бекон, не знаю, которую на русском перевели как желанный свет. Как мы помним, первая, вторая, третья буква РИН в слове Bring так оно и есть. Плюсом к тому, насколько мне помнится, название Голоса Времени Рома тоже тизерил именно на английском языке Voice of Time, что также имеет место быть и в этот раз. И в конце Голоса Времени сказали «Да воспылает огонь». Я бы, конечно, ограничился постом в сообществе насчет данного названия, но многие не понимают данного названия. Да и видосов на данную тему я не видел. И подпишитесь на Телеграм, ссылка в описании. Ты кто еще такая?